Всем доброго дня, и находимся мы на объекте порт Поповица, город Вроцлав. Ну что, будем показывать, что мы тут переделали, сделали такое, наворотили. Ну вот, с электрикой тут мы, в общем, добавили, там перенесли, тут еще добавили. Все так, как запроектировал дизайнер. Не так, как застройщик, а дизайн от дизайнера. А как помните, вот был домофон, уже будет там, тут выключатель проходной также перенесли, все мы спаяли. Там мы подготовили место, тут ребята с домофоном подключают, все там программируют, в общем, сняли нам коробочку, там мы сняли, потому что будем готовить место для кондиционера. По ванной комнате также мы тут добавили освещение, розеточки, выключатели. Кто я вам показывал, кто все тут тоже показывал. Обратите внимание на вытяжку. Какая бандура здесь. Конечно, это мы сдемонтируем и поставим кругленькую вытяжку, вентиляцию, вентилятор там, диаметром 110-120 максимально. Больше не нужно, чтобы это было аккуратненько и не было вот такая байда над головой. Но, в общем, мне не нравится. Ну, дизайнеру тоже не понравилось, а клиентам-то что? Делать нужно красиво и удобно. Так что идут малярные работы, все движется, мы не стоим на месте. Так что, что еще хотел показать? Плиточка, приехала плитка, винил приехал еще. Смотрите, вот такой винил. Показывать я вам, что, все раскрывать не буду, вот покажу вам просто вот такого цвета винил. Вот так, краем глаза посмотрите. Мозаика, это будет на полочку, там где ванная будет ниша, полочка, да, чтобы можно было что-то поставить туда. Подклад для винила, там плиточка 120 на 60, там плиточка 120 на 60, вот так. Тут плиточка на пол, в ванную комнату. Ну, в общем, как-то так. Вот, так что это вам я еще показываю, чтобы вы видели, что не только мы закупаем материал, и в квартире находятся наши инструменты и материал, который мы покупаем. То есть черновой, там клея, грунт и все такое. Но также находится, я вам покажу, ванная, камин будет, да? То есть дальше что? Вот плиточка, винил. А винил нужно было заказать, потому что он здесь постелится. Уложим винил, а потом установим двери. А двери будут скрытого монтажа. Вот и все. Поэтому процесс идет. И, в общем, хочется посмотреть финишный результат. А до него еще будут много видео. Так что желательно, чтобы вы подписались, нажали на колокольчик, чтобы не пропустить видео, и прокомментировали. Вот. Так что до новых встреч. Всем пока. С вами Александр. Качественных ремонтов вам!